В Москве проходит ежегодный международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей. В крупном форуме участвует и делегация национальной вещательной компании «Саха». Передает наш собственный корреспондент в столице страны Наталья Сазонова. Открывая торжественную церемонию, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Цигалаев зачитал приветствие председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. А представители Федерального министерства связи и массовых коммуникаций, Роспечати поздравили участников и вручили премию имени Владимира Зворыкина за наиболее значимые достижения в области телевидения. Наши партнеры, которые устанавливали нам вот всю эту нашу технологию, допустим, это Тракт, питерская фирма. Тракт, она сегодня удостоилась высокого звания Зворыкина. И также вот Окно ТВ, тоже вот наши партнеры, они нам устанавливали вот всю нашу вот технологию, которая работает в HD-формате. Поэтому я горжусь за наших партнеров и скажу, что у нас, у якутского телевидения, все передовое. В рамках конгресса прошли пленарные заседания, где рассматривались вопросы, связанные с правовыми, технологическими и финансово-экономическими задачами, с проблемами телерадиовещания в современных условиях и перспективах развития отрасли до 2025 года. Отрадно было услышать мнение о работе нашей национальной вещательной компании «Саха». Якутское телевидение сегодня на передовых позициях находится в производстве программ, контента, очень интересный контент. Вот. И в технологическом смысле тоже якутское телевидение на передовой. Я хочу пожелать вам дальнейших успехов. И ваша республика огромная, действительно беспрецедентная по масштабам, по производству, по... И главное, люди, которые живут в Якутии, они прекрасные. И вот мы и дальше будем их развивать и поддерживать на достойном уровне. Спасибо за внимание. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК «Саха», Москва.